Привет и здравствуй, меня зовут Виталий, и сегодня мы будем разговаривать о маленькой пипиське от Ильи. Называется она Pico Squeeze. Находится вот такой вот беленькой коробочке, как обычно, ничего странного. Быстренько пробежимся по самой коробочке. Логотип, рисунок самого бокс-мода вместе с, не побоюсь этого слова, дрипкой. Вот здесь у нас указан белый цвет. Сзади, как обычно, комплектация. Скретч-код проверки оригинальности. Максимальная выходная мощность 50 Вт. Это важно. Открываем. Вот так у нас выглядит, в моем случае, в белом цвете эта хреновина. Достанем пока его сюда. Достанем эту хрень. Что здесь у нас? Супер. Все равно макулатура какая-то упала. Супер USB кабель для зарядки, потому что прошивать здесь явно нечего. Наверное, это отвертка. Но это не точно. В Элиф думают, что это отвертка. Неважно. Так, что здесь у нас еще? Очень-очень много хлопка. И два супер-мега-койла. Не просто койла, а спейс-койла. Дрип-тип у нас хрен там. Это у нас не просто дрип-тип, это у нас, как это, чав-кэп, что ли, называется по-модному. И хотите поржать? Это хреновина пластиковая. Вот, мамой клянусь, пластиковая. На двух орингах оно все пластиковое. Пин с дырочкой, да. Пин с дырочкой здесь. Пин с дырочкой у нас в дрипуле. На дрипуле маркировок никаких, кроме того, что какой-то сертификат. И нельзя выбрасывать мусорку. Кстати, отверстия в стойках. Хотя зачем они здесь большие? Здесь жиробасину никакую накручивать. По своей задумке, в принципе, нельзя, я так думаю. Разъем для USB находится у нас сбоку. Эту штуку можно парить во время зарядки. И, ну, я думаю, это будет, наверное, удобно. Да, наверное, это будет удобно. Вот сюда у нас вставляется один аккумулятор форм-фактора 18650. Вставили мы аккум. Давайте возьмем аккум. Так, плюсиком вниз. Прекрасно. Вставили аккум и закручиваем. То есть, смотри, даже с первого раза закрутил. У нас замерцал. Светодиод замерцал. И он светится. Наверное, это значит, что эта хрень работает. И теперь внимание. Мы хотим заправить жезло. И начинаем массировать ее. Крутить. Вертеть. Так, так, так. Тихо, еще чуть-чуть, еще немножечко. Так, отдайся. Опа! Прекрасно. Вот наша бутылочка. Запасной бутылочки в комплекте нет. Вы когда-нибудь видели, как сосутся Галкин и Пугачёва? Происходит просто ужасное бичье. У меня просто нет слов. Нечто подобное вы можете испытать тогда, когда захотите заправить опустошенную свою бутылочку новой порцией жижки. Потому что когда вы будете ее отсюда доставать, вот этот вот шток, жижесосущий, жижеподающий, он будет весь в жижле. Вот эта пластиковая хреновина будет вся в жижле. Вся эта шахта под бутылочку, когда вы ее вытащите, будет в жижле. И у вас руки все будут в жижле, вы все будете нахрен в жижле. Эта штука будет, я думаю, очень интересна тем людям, для которых этот девайс будет вторым. Вот эта вещь 50-ваттная, на которую можно чего-то поучиться там меленькое, простенькое мотать, устанавливать и так далее и тому подобное, будет очень интересно. Защиты здесь есть. В любом случае здесь какая-то плата стоит. Да, вы не можете регулировать мощность. Поэтому для второго девайса весьма и весьма. Всем спасибо, с вами был Виталий, всем вкусного и густого пара.